Напоминаем, что за безбилетный проезд и неоплаченный провоз багажа установлен штраф в размере 1000 рублей. При выявлении случаев неправомерного использования персонифицированной льготной карты нарушителям накладывается административный штраф в размере 2500 рублей. Итак, что за остановка? Балагой или Покровка? Обалдеть! Капельский переулок. 37. Вот и он. Троллейбус следует по маршруту номер 37. До конечной остановки гостиница «Останкино». Следующая остановка – Орлово-Давыдовский переулок, дом 6. Так, ну забавно, да? В общем, там, где я увидел первый раз этот троллейбус, там же и была остановка. Отлично. Ну ничего. Итак, 37-й от Капельского переулка, да. Гостиница какой-то там, не помню какой, да не важно абсолютно. Проходил, а теперь еду. Следующая остановка – Клинистый переулок.
Следующая остановка – Банный переулок. Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливыми. Уступайте места людям, беременным женщинам, пассажирам и инвалидам. Следующая остановка – Крестовский мост. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны. Обо всех подозрительных лицах, находящихся в салоне троллейбуса, а также в случае обнаружения в салоне троллейбуса вещей, оставленных другими пассажирами, немедленно сообщайте водителю. Из соображений безопасности просим вас не докрадываться до найденных вещей.
Васильевская улица. Уважаемые пассажиры, во время посадки в троллейбус будьте внимательны. Не задерживайтесь. По возможности проходите вперед в середину салона. Следующая остановка – станция метро Алексеевская. Следующая остановка – Старая Алексеевская улица. Старая Алексеевская улица. Следующая остановка – Маломосковская улица. Уважаемые пассажиры, за маршруты наземного городского пассажирского транспорта осуществляется ежедневный контроль оплаты проезда. Напоминаем, что безбилетный проезд и неоплаченный провоз багажа влечет наложение административного штрафа в размере 1000 рублей. А при выявлении случаев неправомерного использования персонифицированных льготных карт в размере 2500 рублей. Просим вас своевременно осуществлять оплату проезда. Следующая остановка – улица Кибальчича. Thank you.
Следующая остановка. Станция метро СПБУК. Только для высадки граждан. На данной остановке производится только высадка пассажиров. Следующая остановка – станция метро ВДНХ. Только для посадки пассажиров. Да, вот это все, это все,
пошли на работу, что она не знает, там еще следующая остановка – Аргуновская улица. Во избежание получения травм, держите за поручни. Аргуновская улица. Следующая остановка. Улица Академика Королёва. Уважаемые пассажиры, во время посадки в троллейбус будьте внимательны. Не задерживайтесь. По возможности проходите вперед в середину салона. Улица Академика Королёва. Следующая остановка – Останкинский пруд. Уважаемые пассажиры, будьте взаимодействованы. Уступайте места пожилым людям, беременным женщинам, возрастным детям и братьям. Я взял, я не знаю, что я могу сделать.
Следующая остановка – телецентр. Следующая остановка – улица Кашонкин-Вук. Уважаемые пассажиры, для предотвращения случаев вандализма других автомобильных действий, собой троллейбуса ведется видеонаблюдение. Просим вас бережно относиться к подвижному составу. Следующая остановка – улица Академика Комарова, Институт театрального искусства. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны. Обо всех подозрительных лицах, находящихся в салоне троллейбуса, а также в случае обнаружения в салоне троллейбуса вещей, оставленных другими пассажирами, немедленно сообщайте водителю. Из соображений безопасности просим вас не дотрагиваться до найденных вещей. Академика Комарова, Институт театрального искусства. Следующая остановка – гостиница «Останкино».
гостиница Останкино. Следующая остановка. Гостиница Останкино. Конечная. Уважаемые пассажиры, троллейбус прибыл на конечную остановку гостиница «Останкино». При выходе из троллейбуса не забывайте свои вещи. О вещах, оставленных другими пассажирами, незамедлительно сообщайте водителю. Всего вам доброго. Поездка на 37-м троллейбусе от Капельского переулка до гостиницы Останкино. Кто-то настойчиво просил этот маршрут снять. Ну вот я наконец его заснял. Ладно, пойду искать. Где же у него теперь посадка в другую сторону? Ну, а вам всего доброго. Так. Во сколько отсюда? Так, ну вот тут вот интересные такие симметричные троллейбусы встретились. 37 и 73. Магия чисел. Ну ладно, где-то впереди остановка. Я пойду туда, на этом ролик про 37-й заканчиваю. Всего доброго вам. До свидания.